Я предлагаю объявить эти слушания несостоявшимися. Он должен называться только рекультивацией. По которому мы пошли в Кучино, выгнать проектную команду и поручить Министерству науки разработать нормальный проект. Я предлагаю, рекомендация заключается в следующем. Проект отправить на доработку, он сырой, все, кто знакомился, это знают. Отправить на доработку, доработать в следующих частях, уменьшить загрузку полигона и принимать только дмитровский мусор. Это первое, только дмитровский мусор. Второе, закрыть свалку Непейна в конце 2018 года. Это наши основные рекомендации по доработке проекта. Если вы за, пожалуйста, голосуйте по этим группам, кто будет считать. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 185, 186, Соня, 186. Закрыть свалку в конце 2018 года. Возить мусор только Дмитровского района, отказаться от мусора других районов, сократить объем мусора до 65 тонн. Ну, в принципе, это отказ от реконструкции. Мы оставляем только рекультивацию.